couples from across Europe have gathered for the ultimate dancing battle. Coming to you live from Glasgow, Scotland, this is the 2008 Eurovision Dance Contest. Вечер, уважаемые телезрители. Первый канал начинает прямую трансляцию из шотландского города Глазго. В эфире второй ежегодный танцевальный конкурс Евровидения. Сегодня с вами в течение двух часов церемонию будут смотреть и комментировать очаровательная Яна Чурикова и президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств. Ну что ж, Станислав Попов. Да, спасибо, Яна. Ну что ж, и постоянные ведущие уже второй раз танцевального Евровидения Грэхэм Нортон и Клаудия Винкельман. Приветствуют всех в прямом эфире из Глазго, что в Шотландии. Это танцевальное Евровидение 2008 в прямом эфире. Друзья, в 2007 году, говорит Клаудия, этот конкурс начал свою жизнь, и вам это понравилось. Поэтому в этом году это все будет еще лучше, ярче и, конечно, громче. Уверен, что сегодняшний танцевальный турнир, говорит Грэхэм, Евровидение не разочарует вас. Вас ждет вечер красоты, веселья, а также впереди непредсказуемое голосование. 14 пар прилетели из разных стран Европы, чтобы сразиться за титул лучших танцоров континента. Ну а в прошлом году победу одержала Финляндия. Сможет ли она повторить свой успех в этом году? Давайте же поприветствуем сейчас пары, которые будут бороться за победу в новом 2008 году. Итак, участники выходят на сцену. Под аккомпанемент очень известной в Шотландии группы Red Hot Chili Peppers. Поклонники рок-музыки поняли юмор. Итак. Итак, первые на паркете Жанет Карлсон и Денис Асейдо, Швеция. Далее Николь Кунтнер и Дориан Штайдель из Австрии. Забавный, обаятельный телеведущий из Австрии. Из Дании Катя Свенсен и Патрик Шпигельберг. Страна-дебютант танцевального Евровидения – Азербайджан. Анна Сажина и Эльдар Джафаров. Ну что ж, а Ирландию представят Дерла Леннон и Гавин О'Ферри. Страна-победительница прошлого Евровидения – Финляндия. Мария Лунд и Микко Ахти будут пытаться профессиональный защитить танцор, титул лучше. Да, и его обаятельная партнерша. Нидерланды представляет молодой певец, ему только 18 лет, Томас Берги и его профессиональная партнерша Румяна Дыхан. За Литву выступают Карина Крисько и Соулис Камбинас. Великобритания. Интернациональный танцевальный дуэт. Англичанка Луиза Литтон, актриса, и ее профессиональный партнер, итальянец Винсент Симони. И вот, наконец, номер 10, за который мы все очень болеем. Россия. Татьяна Навка и Александр Литвиненко. Сама воплощенная красота. Потрясающе они выглядят. Наши соперники и претенденты, возможно, на высокие места, представители Греции, Тони Косович и Джейсон Родитис. Далее представители Португалии, молодая исполнительница Фадо, Ракель Таваруш и Жуао Тиаго, профессионал. Неплохо в прошлом году выступила Польша, и я думаю, что в этом году мы ждем хорошего выступления также от танцоров из этой страны, Эдита Хербуш и Марчин Мрочик. И номер 14. Страна, завершающая дефиле, это Украина. Лилия Подкопаева, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, и Сергей Костецкий. Итак, все пары на паркете. Вот она, прекрасная танцевальная Европа. Удивительная красота. И море болельщиков. Да, они как-то слишком ярко сияют. В этом году в каждую пару входит профессиональный танцор и знаменитость, или человек, чья профессия не связана с танцами. Но они все останутся в вашей памяти навсегда, потому что на качество выступления это не повлияет. Шансы у всех равны. Сегодня каждая пара представит танец в свободном стиле, в котором должны быть некоторые элементы национального колорита. Это может быть музыка, это могут быть костюмы.
ну или стиль танца. Но также все исполнители должны показать традиционные элементы из латиноамериканских и европейских танцев. Ну а судьи оценят это. Кстати, судьи — это нововведение Евровидения этого года. У нас есть четверо профессиональных судей из стран, которые не участвуют в соревнованиях. Это Франция, Словения, Германия и Сингапур. Да-да, Сингапур. Да, это профессиональные судьи, которые представляют IDSF, Международную танцевальную федерацию. Ну что, друзья, вам нужно очень бояться этих судей, но, несмотря на это, помните, что их голоса — это 25% от общего счета. Так что, если вы не согласны с мнением судей, в самом конце нашего соревнования вы можете проголосовать и исправить положение в турнирной таблице. Итак, ознакомьтесь, пожалуйста, с турнирной таблицей. Вот номера, которые путем жеребьевки присвоены каждой стране. Посмотрите на них внимательно. Еще неоднократно мы вам их напомним в течение конкурса. И, пожалуйста, запомните, что вы не можете голосовать за свою страну. Да, ну и в то же время номер телефона на всякий случай 8-800-333-353. Ну а две последние цифры, когда вы будете голосовать, это номер выступающей пары. Но, опять же, повторимся, нужно это будет делать по нашей команде после. В конце. Ну а комментаторы в каждой стране, говорит Грэхэм, помогут вам разобраться с тем, что происходит на танцевальной площадке, и помогут сделать вам ваш выбор. А в конце все пары выйдут и станцуют вместе один большой европейский танец. Такого вы, конечно, не увидите больше нигде, кроме как на танцевальном Евровидении. И тогда вы сможете окончательно определиться и сделать свой выбор. На голосование будет всего-то минут 15-16, да, не больше. Да, недолго. Итак, пускай танцевальное сражение начнется. Итак, начнем мы первым. На титул чемпионов Европы будут претендовать танцоры с характерными шведскими именами. Профессиональная танцовщица Джанет и поп-звезда Дэнни из Швеции. Слушательницы очень хорошо знают по дуэту Дэнни и Терезы. Пара исполняет песню «If Only You», которая является международным хитом. Так что Дэнни действительно очень популярен в Европе. Нужно, кстати, внимательно следить за ним, потому что в следующем году Дэнни собирается участвовать в песенном Евровидении. Да, это будет интересно. Ну а Джанет Карлсон, 21 год, в 2005 году она была чемпионкой Швеции по стандарту и латине. В 2008 году она заняла третье место в танцевальной программе на шведском телевидении. Когда Джанет не участвует в соревнованиях, она работает учителем танца. Джанет всегда счастлива. И мне очень приятно, что она со мной танцует в этом проекте. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы Европа поняла, как нам хорошо. И полюбила нас. Итак, танцевальный дуэт из Швеции Джанет Карлсон и Дэнни Сосейдо. I'm
Ну что ж, и так это был танцевальный дуэт из Швеции, Жанет Карлсон и певец Денис Сауседо. Они исполнили несколько элементов своей композиции из «Ча-ча-ча», начало композиции, элементы брейк-дэнса, которые неплохо продемонстрировал Дэнни, мелодия «Hang Up» в исполнении Мадонны. Ну, а национальный колорит – это сэмпл из группы «Абба» в песне «Мадонна». Вот конечно, очень хитрая такая, да, получилась, да, да, комбинация. Ассоциативная такая связь, это интересно. Интересная пара, узнаем, что... Но они выступают первыми, поэтому трудно очень будет сложно. Да. Ну что, Глазго полюбила вас, это точно. Ну, друзья, очень сложно выступать первыми. Как вы по этому поводу себя чувствуете? Вообще, нам здесь забавно. Даня, вы поп-звезда. А как вы чувствуете себя на паркете? Вообще, я был счастлив. У меня такая замечательная партнерша, с ней я еще больше счастлив. И вообще, друзья, спасибо вам за поддержку, дорогие зрители. Мы посмотрим, как оценят вас профессиональные судьи. Какими их будут первые оценки? Они могут выставлять любую оценку от единицы до 12. Гладис Тей из Сингапура, Свен Траут из Германии, Барбара Амбраш из Словении и Мишель Риба из Франции вынесут свое профессиональное суждение о выступлении первой пары участников национального Евровидения. Очень суровые. Итак, успех, ребята. Суровые, да. Суровые, ребята. Итак. Ого. Оценки, как бы вы их оценили? Я, в общем, согласен с судьями, имею в виду, что высшая оценка – это 12, низшая – 1, в общем-то, выше среднего балла. Достаточно неплохо для первой пары, впереди ведь еще 13 пар, которые будут выступать перед нами. Тем более мы все помним, что зрители могут изменить ситуацию, если вдруг они не согласны с профессиональным судейским жюри. Да, да, да. Ну что, следующие наши танцоры – это Николь и Дориан из Австрии. Николь Кюнтнер и звезда Дориан Штайд, популярный радио- и телевизионный ведущий, очень обаятельный, веселый, смешной и самый высокий. Кстати, Дориан Штайд – это что-то типа нашего Вани Урганта. Совершенно полная аналогия. Да, кстати, Дориан – самый высокий участник шоу. Он на 30 сантиметров выше своей партнерши, несмотря на то, что она танцует на каблуках. Он говорит, что я очень рад, что мы в Глазго и принимаем участие в этом событии вместе с Ники. И это особо волнительный для меня момент. После серьезного подготовительного периода к Евровидению Дориан планирует провести время со своей семьей. Мы начнем нашу композицию с мирного фокстрота, затем исполним фрагмент джайва, а потом хип-хоп, но только 3-4 секунды, потому что больше я не смогу. Очень сложно представить хип-хоп в исполнении этого высокого импозантного мужчины. Я думаю, что вы также получите удовольствие от этого, как и мы, и будете голосовать только за нас. Да, возьмите ваши телефоны и позвоните. Итак, Австрия, Николь Кюнтнер и Дориан Штайдель исполняют свою композицию. Thank you.
Дорин Штайдель и Николь Кюнтнер «Австрия» прозвучала целой феерией музыкальных ритмов. Здесь и заглавная песня из фильма «Розовые пантеры», и тема Гарри Лайма из картины «Третий человек», и песня австралийского певца Фалько, «Дер Комиссар», и даже «Can't Touch It» MC Хаммера. Ну, национальный колорит — это как раз певец Фалько. Да. Фокстрот очень забавный, правда, я заметил, что волновался намного больше сегодня Дорин, чем на репетициях. Улыбка иногда уходила с его лица. Ну, посмотрим. Обычно он более самоироничный, давал ему больше свободы. Будут оценки. Ну что, друзья, вы очень смело выступали. Но мы хотели просто показать, что австрийцы могут танцевать не только вальс, но и кое-что поживее. Я думаю, что у них это получилось. Дорин, известно, что вы самый высокий участник соревнований. Знаете, говорит Дорин, я действительно больше 2 метров ростом. Это все потому, что мама меня правильно кормила в детстве. Поэтому вот я так хорошо набрал. Посмотрим, как судьи оценили старания. Ну что ж, оценки австрийской пары. Ого! Достаточно единодушно. 4 семерки, 28 баллов получают за свою композицию танцоры из Австрии. Дорину не удалось обаять преимущественно женское жюри. Но мы делали все, что мы могли, говорит Николь, поэтому... Да ладно, как-то вот мы выступаем вторыми, все еще может измениться. Все впереди. Я думаю, что обаяние этой пары, и Дорина, конечно, будет воздействовать на зрительницы, возможно, зрителей. Ну, а если вы хотите узнать какие-то подробности этого события, вы, конечно, можете заглянуть на веб-сайт eurovisiondance.tv. Ну, а на паркете танцоры из Дании. Катя Свенсен и звезда Патрик Шпильберг. Это прекрасная пара, учитывая, что Патрик Шпигельберг известный в Дании музыкант. Он выступает в различных музыкальных стилях. Здесь всем тем, кто приехал на Евровидение, был роздан его панк-альбом. Вообще он выступает в мюзиклах, поэтому пластика у него изначально неплохая. Да, он говорит, что очень много времени уделяет музыке, но ему приятно сделать что-то такое, что не связано с этой деятельностью. Мы для нашего танца выбрали некоторые соединения лирического джаза и танго с пасодоблем. Как раз в основу нашего танца, говорит Катя, легла старинная датская легенда. Замок Драксхольм. Из замка Драксхольм. О белой женщине. Это легенда о девушке, которую ее отец замуровал. Потому что она полюбила строителя. Потому что она полюбила строителя этого замка. Вот такой вот отец, противник мезальянса. Да, и потом была превращена в привидение, которое хотят посмотреть все гости Драксхольма. Видимо, эта девушка сейчас и выступит перед нами. Итак, Катя Свенсен, Патрик Шпигельберг.
Катя Свенсон и Патрик Шпигельберг, Дания. Как выяснилось, ребята в Копенгагене живут на одной лестничной площадке практически дверь в дверь, но никогда не танцевали вместе, только к этому Евровидению решили подготовить совместный номер. Они исполнили интересную композицию, правда, я могу сказать, что здесь было абсолютно маловато номеров, связанных с бальными танцами, латиноамериканскими или европейскими танцами. Было пару движений, которые напоминали об этом, а в основном это очень такая симпатичная композиция, джазовая композиция джаз-балета. И это не случайно, потому что Патрик известный хореограф, так что они практически оба профессионалы. Но посмотрим, как судьи оценили это легкое отступление от правил. Ну, зрителям, как видите, говорит Клавдия, нравится. Ну, да. И сейчас ребята рассказывают о той легенде, о привидении замка Драксхольм. Это действительно страшная история про привидение из Дании. Но начали они с мелодии Твин Пикс. Кто убил Лору Палмер, это по-прежнему актуально. Давайте спросим судей. Ну что ж, так, оценки датской пары. Да, там пока еще соревноваться-то особо нечего. Ну ничего себе, это самое... Да, вот это неожиданно, честно говоря, потому что... Потому что... Чтобы все поставили 12 баллов. Очень странно. Как вы думаете, почему так, Станислав? Ну, дело в том, что они хорошо исполнили композицию, которая построена на элементах джаз-балетного танца, но, к сожалению, здесь абсолютно не было элементов ни латиноамериканских, ни европейских танцев, поэтому несколько такое вольное, мне кажется, трактование правил Евровидения. Ну, это называется, сами создаем правила, сами их и нарушаем. Абсолютно. Абсолютно. А теперь приветствуйте наших дебютантов. Азербайджан впервые участвует в танцевальном Евровидении. Анна и Эльдар. Анна Сажина и Эльдар Джафара исполнят композицию на музыку «Фантом в опера», «Призрак оперы». Салам. This is my beautiful partner, Anna. And this is my best partner, Эльдар. Анна представлена, по-моему, как пиар-менеджер, да? Анна заявлена в конкурсе как пиар-менеджер. Эльдар как профессионал. Но, вы знаете, многие поклонники танцевального спорта хорошо знают этот танцевальный дуэт, потому что они принимали участие во многих международных турнирах вместе и даже становились победителями. То есть они профессионалы, да, это получается? По большому счету, да. Но вот видите, судьи как-то не реагируют. Ну, это, опять-таки, несколько вольное трактование правил. Тем более, знаете, победители в любом случае не судят. Если ребята хорошо выступят, то... Я думаю, что они своим танцем в любом случае доставят радость всем зрителям, потому что красивый, необычный танец. Собственно, мы в этом сейчас и увидимся. Анна Сажина, Эльдар Джафаров, Азербайджан. Thank you.
Эльдар Джафаров и Анна Сажина, Азербайджан, завершили свою композицию, где они показали элементы румбы, пасодобле, фокстрота, которые были исполнены, как мы ожидали, профессионально. Ну, что и сказать, просто на репетициях Эльдар так сильно в финале не бросал Анну на танцпол. Сейчас просто у всех замерло сердце. Что касается элементов национального, то трек «Фантом оперы» был прописан при помощи национального азербайджанского инструмента тар. Ну и, конечно же, костюмы, они сделаны в традиционном стиле, да, азербайджанском духе. Номер этой пары четвертый, запомните. Друзья, вы первый раз участвуете в танцевальном Евровидении и пообещали, что если вы победите, то вы поженитесь. Yes, это правда? Это да. Анна пообещала. Она как пиар-менеджер сделала правильный ход. Ну, посмотрим, как это повлияет, во-первых, на судей, а во-вторых, на телезрителей. Ага. По-моему, Эльдар решил не дожидаться финала соревнований. Да, ну вот это неожиданная ситуация. Эльдар ее перепиарил на репетициях, они не репетировали так. Это неожиданный ход, сильный. По-моему, она уже согласилась. Неужели прямо отсюда под венец? По-моему, она уже согласилась. Не знаю, расставили ли судьи. Давайте посмотрим. И что еще лучше сделает этот вечер, это оценки судей. Итак, оценки судей. Ну, кольцо у Анны уже есть. Ну что, высокие оценки, 42 сумма, это очень хорошо. Ну, вот видите, то, что танцоры профессиональные, на мнение судей не повлияло практически. Поздравляем Азербайджан. А следующие на паркет выйдут представители страны, которая в прошлом году заняла третье место, исполняя традиционные ирландские танцы. В этом году их соотечественники постараются отстоять эту позицию. Итак, Деврелла Леннон и Гевин О'Феррик из Ирландии. Ну, получается, здесь все по-честному. Гевин О'Феррик к танцам отношения не имеет. Вроде как он актер и он модель. Актер, да. Вы могли его видеть в ирландских сериалах. Ну, а Деврелла Леннон – это артистка Ривердэнса. В прошлом танцевала с Майклом Флетли. Да, она очень опытная, выступала на многих сценах мира. И, надо сказать, хорошо научила своего партнера танцевать. Да, у них неплохо получается традиционный ирландский танец хард-шум, тяжелый ботинок. Да, он говорит, я актер, но мне очень нравится делать, чтобы не связано с моей профессией. А в этот раз ребята постараются смешать несмешиваемые. Латино, элементы латино и элементы ирландских танцев. Ну, это такой очень интересный эксперимент, потому что именно техника ирландского танца, они постараются отобразить лексику пасодобле и румбы. Посмотрим, удастся ли им это. Они исполнят свою композицию, которая называется «Мама Сонг». И автор этой музыки – исполнитель знаменитый ансамбль «Килла». Итак, ирландцы.
Эрву Леннон и Гевин О'Феррик из Ирландии исполнили свою композицию. И я могу сказать, конечно, безупречно, абсолютно. И исполняют они то, что им близко, и то, что является им родным. Ирландские танцы национальные, народные. В середине своей композиции медленная часть — это была румба, танец любви. Там чуть-чуть мастерство было поменьше, но в целом очень симпатичные дуэты, приятные танцы. Тем более организаторы просили оценивать пару по совокупности, скажем так, по общей харизме. Кстати, у ирландской пары в ботинке монтированы специальные микрофоны, чтобы было слышно. Ну что, друзья, как ваше настроение? В прошлом году Ирландия пришла третьей, завоевали бронзовую награду. Вы чувствуете давление некое, что вы должны быть чуть не хуже? Да нет, мы просто наслаждаемся тем, что мы слышим поддержку от европейских зрителей. Теперь внимание судьи. Пока что лидирует у нас Дания. Достаточно средние оценки. 29 баллов. Аудитория уже не согласна с оценками. Конечно. Что, оставим судьям то, что они думают на самом деле про нас. Мы надеемся, что Европа получит удовольствие от нашего танца и поддержит нас, говорит Дерла. Посмотрим, как будет проходить голосование. А мы ждем на паркет следующих исполнителей. Ну а после тех пар, которые уже станцевали, мы напоминаем, что голосование судей составляет 25% от общих оценок. Так что, дорогие друзья, если вы хотите исправить несправедливость, которая, по вашему мнению, может быть здесь твориться, голосуйте активнее. Пока что в лидерах у нас Дания. Да, Дания, Азербайджан, плохие позиции. Но еще очень много времени, чтобы все вещи изменились. Во-первых, очень много пар еще не выступило перед вами, а голосование начнется после того, как выступят все 14 претендентов. Ну а сейчас страна, которая в прошлом году увезла приз в свою страну, это Финляндия. В прошлом году Юкка, Катя Коппола и Юсси заняли первое место. И их соотечественники Мария Лунд и Мико Ахти, профессиональный танцор и актриса. Вы знаете, говорит Мария, я вообще обычно занимаюсь другими вещами. Я актриса театра, иногда бывает, я пою, но вот чтобы танцевать, такого со мной никогда не было. Это новый опыт для меня совершенно. Но это очень приятно. Надо сказать, что Мария и Мико выбрали для своего танца традиционное, как это ни странно, для Финляндии, танго. Танго – это очень важный для Финляндии танец. У нас есть фестиваль в городе Сейнайоки, туда приезжают более 100 тысяч посетителей каждый год. Это проходит летом. Поэтому выясняется, что танго – это национальный финский танец. Да, конечно, и Финляндия также претендует на право называться одной из родин этого танца. Правда, финская танго всегда очень такое грустное. Танго-расставание. Да. Итак, финский танцевальный дуэт Мария Лунд и Мико Ахти. Thank you.
Мария Лунд и Мика Ахти из Финляндии. Мне казалось, что очень романтичный танец, нежный, романтичный, немножко грустный, как полагается финскому танго. Это был танец танго Сатума, традиционная финская танго. И здесь ребята использовали, правда, не только элементы аргентинского танго, несколько в иной манере исполняемые в Финляндии, но и некоторые элементы из танго международной программы, а также свободную пластику. Элегантно и красиво, по-моему. Ну, безусловно. Но надо сказать, почему мы сейчас не в Хельсинки, потому что пока нет на Евровидении такой традиции на танцевальном переезжать в город страны-победительницы, в столицу страны-победительницы. Вот сейчас, говорит Грэхэм, все с удивлением открыли для себя, что танго – это национальный финский танец. И Мария его сейчас просвещает, что в Синаюке есть даже целый фестиваль танго. Но здесь... Да, он объясняет, что это действительно соединение некоторых вариантов, разных вариантов танго. Посмотрим, насколько судьи прониклись энергией любви присутствующей в танго. Да. Ну, как не особо правильно. Неплохие оценки, как мне кажется. 34 балла. Да, ребята, сейчас где-то в середине турнирной таблицы, ну и вроде как удовлетворены этим результатом. Как вы думаете, может Финляндия во второй раз выиграть? Ну, посмотрим, да, если нас будут поддерживать. Итак, это была Финляндия, а следующие на паркет выйдут представители Нидерландов. Это профессиональная танцовщица Румяна Дехан, чемпионка Нидерландов, и ее юный партнер, 18-летний популярный певец в Нидерландах Томас Берге. Томас Берге – прекрасная мечта девочек-подростков. Уже в 15 лет получил самую важную музыкальную награду Нидерландов – «Серебряная арфа». Румяна говорит, что с ним очень приятно работать, что как партнер он просто замечательный. У меня много концертов сейчас, но мне как певцу приятно делать что-то другое. Хотя, нужно сказать, ведь он будет петь во время исполнения своей композиции, не только танцевать. Румяна, она же, получается, чемпионка Нидерландов, да? Да. Она очень опытная, профессиональная танцовщица. И говорит, что энергии Томаса хватило бы на 2 конкурса Евровидения, поэтому с ним легко. Нам очень хочется хорошо станцевать в Глазго, и надеемся, если у нас это получится, то вы все почувствуете это. Ну что ж, пожелаем успеха этой танцевальной пары из Нидерландов. Румяна Дехан и Томас Берге, Нидерланды. Бельгия, Румяна Дехан, Нидерланды и... Впервые за двухлетнюю небольшую историю фестиваля в Евровидении
человек на паркете еще и пел. Запел. Мне кажется, он хорошо. Даже конечно, не так, как танцевал, то, честно говоря. Сбилось. Румяна была великолепна, как и полагается быть профессионалу. Ну, а Томас, его 18 лет, красота и обаяние, конечно, залог той огромной популярности, которая у него есть в Нидерландах, особенно среди юных барышень. Ну что, друзья, действительно, в истории нашего Евровидения танцевали впервые человек, участник поет и танцует одновременно. Что было сложнее, петь или танцевать? Вообще все было довольно сложно. У меня дыхание сбилось, конечно же, это сказалось на качестве пения. Но спасибо Румяне, спасибо аудитории. Что бы могло быть, если дыхание? Да, кстати, Томасу всего-навсего 18, современно, как вообще по этому поводу? Все замечательно, у него все впереди. А у вас сейчас были проблемы какие-то с юбкой, репетиции этого не было. Ну, как вы думаете, вас оценят? Надеемся, что это никак не повлияет на оценки судей. Друзья, у нас уже был претендент, когда получили все оценки по 12 баллов от всех судей. Интересно, что будет сейчас. А сейчас совсем обратно. Невысокие баллы, наверное, судьи все-таки решили оценить танцевальное мастерство партнера. А спецэффекты как-то вот действуют. Да, обаяние их, обаяние этой пары на них не подействовало. Там такое жюри, что его сложно Ну, зато на них очень приятно смотреть, мне кажется. Вот Румяна относится к нему так матерински, да? Шоу-бизнес. Но публика их полюбила, возможно, и голосование изменит ситуацию. Итак, если вы сейчас не согласны с решением жюри, если вы сейчас кричите на свой телевизор, потому что вам кажется, что так быть не должно, вы можете все изменить голосованием. Но все это, повторимся, нужно делать уже после того, как соревнование закончится. Запоминайте, пожалуйста, номера, присвоенные странам-участницам. Эти номера нужно будет отсылать в качестве смс-сообщений на короткий номер 7777. Либо позвонить по номеру 8-800-333-3 и затем номер выступающей пары. И сейчас танцоры из Литвы. Карина Криска и Саулюс Кампинас. Карина раньше танцевала до 2004 года. У нее хорошая танцевальная подготовка. Затем она стала уделять внимание пению, стала участницей популярной группы 69 на небесах. Кстати говоря, они обладатели специального приза Red Carpet, как наиболее сексуальная группа в Литве. Ну, это, наверное, неоспоримо, но получается, что здесь тоже есть легкое отступление от правил. Да, в общем-то, нельзя сказать, что она прославилась только своим пением. У нее хорошая подготовка. Но вы знаете, очень приятный и симпатичный танцевальный дуэт. Мы очень надеемся, что Европа почувствует, как нам хорошо танцевать вместе, почувствует энергию нашего танца. Наш танец будет состоять из двух частей. Первая часть романтичная, медленная, здесь будут элементы румбы, а потом быстро, динамичная, это будет ча-ча-ча. Саулюс как партнер, он просто потрясающий, я уже не могу разделить нас, потому что часть меня, моя половина. Ну, вот прямо здесь видим, что он неотделимый. Вот, собственно, и так они танцуют композицию «Тека-тека скайсти Саулю», «Восходит солнце». Представители Литвы Карина и Саулюс.
Карина Криска и Саулюс Камбинас, Литва. Блестящее выступление. Кстати, этот трек является сейчас одним из самых популярных среди жителей Глазго. Действительно, музыка как-то. Красивая музыка и очень симпатичная композиция, обаятельная партнерша, сильный физический партнер. Они начали свою медленную часть очень интересно, лирично. Это были элементы румбы с поддержкой. Затем перешли на динамичный ча-ча-ча. Хорошая пара. Да, друзья, но сейчас действительно ваша пара получила огромную поддержку зала. Здесь очень много литовских болельщиков. Недавно, буквально месяц назад, вы выиграли танцевальное соревнование в своей стране. И, наверное, вам как-то тяжело сейчас выступать. Вы, наверное, горды за страну, вас, наверное, просто сил не осталось. Мы в любом случае горды. Хороший ответ. Да. Посмотрим, да, на оценки судей. Попытка давления практически прошла. 13-10-10, 10-42 – это очень хорошая оценка. Действительно, огромная реакция интернациональной аудитории. Спасибо большое. Спасибо, Глазго, говорит Карина. Ну что ж, уже 8 пар выступили. Впереди еще Великобритания, Россия, Греция, Португалия, Польша, Украина. Ну а сейчас самое время прерваться на рекламу. В эфире Первого канала продолжается прямая трансляция второго ежегодного танцевального конкурса Евровидения. Итак, Великобритания, Луиза Литтон, Винсент Симоне. Страну, принимающую, представляет интернациональная пара, итальянский по происхождению профессиональный танцор. Винсент Симоне ему 30 лет, Луизе 19 лет, она танцор и она актриса. Винсент танцор. В детстве Луиза посещала театральную школу, много снимала в детских фильмах и пела в мюзиклах. Да, мы немножечко волнуемся, потому что нам придется представлять нашу страну, это огромная гордость. Да, танцевать мы будем соединение бального танго и пасодобле, а также немного джайва. Ну вот, перевоплощение героини сериалов в танцовщицу происходит на наших глазах. Мы работали очень долго и очень тяжело, чтобы наша страна нами гордилась, говорит Луиза. Пожелаем успеха танцевальному дуэту из Великобритании. Луиза Литтон и Винсент Симоне представляют родину бальных танцев.
Союз Элитон и Винсент Симон из Великобритании продемонстрировали свою композицию на музыку Painted Black, исполненную Rolling Stones. Как они обещали, они использовали элементы пасодобли, танго и джайва в своей композиции. Достаточно уверенно и достаточно профессионально исполнила это Винсента и вдохновенно его партнерша, актриса Луиза. Ну, поскольку Rolling Stones — это национальная гордость, действительно, это можно считать элементом национального колорита. Да, и несколько вот таких вот сложных элементов они исполнили. Полуакробатически. Неплохо, очень, да. Боже мой, да, был момент, конечно, опасный. Okay, you just got standing ovation. Ну что, друзья, выдержите овацию, которая вам посвящена. Вся толпа сейчас вам аплодирует. Очень страшно, конечно, было. Пару поддержек особенно. Вы знаете, все равно это самое большое, что могло произойти со мной в моей жизни, говорит Луиза. Мы, конечно, переживаем за танцоров из Великобритании, но следующими выступает наша пара. Да, мы уже начинаем переживать за Александра и Татьяну, которые выйдут следующим на паркет. Ну а пока мы сейчас посмотрим оценки танцоров из Великобритании. Кстати, Станислав, мы могли бы проследить логику в оценках судей? Сейчас пока трудно сказать. 8, 10, 8, 8. Я думаю, что эти оценки отражают то, что мы увидели в исполнении этой пары. Я думаю, может что судья из Сингапура не долетит до Сингапура. Ну, это Свен Прау. Десятку поставил. Мне показалось немножко высоковато. Вот, но также... Народ недоволен, как мы понимаем. Мы же находимся в Глазго. Мы находимся в Глазго и посмотрим, как дальше будет складываться ситуация с местами, с определением мест. Ну, а сейчас, внимание. Держите кулачки, скрестите пальцы. Пара номер 10. Это Татьяна Навка и Александр Литвиненко, Россия. Олимпийская чемпионка в фигурном катании и профессионал Александр Литвиненко. На наш взгляд, с Яной самая красивая, несомненно, пара этого танцевального Евровидения, и номер, который они создали, просто потрясающий. Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в паре с Романом Костомаровым. Чемпионка мира неоднократная, чемпионка Европы. Трехкратная чемпионка Европы. Сколько регалий на одну хрупкую, красивую женщину. Сейчас, несмотря на то, что партнер Татьяны другой, Александр Литвиненко, которого, как и следовало ожидать, очень долго не пускали на... Но Татьяна говорит, что она очень счастлива была танцевать с Сашей. Он многому ее научил. Действительно, мы наблюдали за этим процессом. Александр – великолепный танцор, призер чемпионата в России среди профессионалов. Итак, великолепная композиция, созданная Виктором Никовским на музыку Кони Привередливой и Владимира Высоцкого, исполнение Гарика Сугачева. Татьяна Навка, Александр Литвиненко. Над пропастью по самому по краю. Я конец свою накаякаю, стегаю, погоняю. То ли воза духом немало, ветер пылью туман глотаю, чую с гибельным восторгом пропадаю. Пропадаю, я Татьяна пою, я Татьяна пою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Thank you.
Александр и Татьяна, мы просто вот здесь, не знаю, были охвачены каким-то таким волнением, что, по-моему, сами танцевали и сочувствовали, сопереживали, волновались. Потрясающая музыка, какой-то какой нерв. Номер, какая хореография. Вот буквально в этом году, в начале года, отпраздновали 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэтому, конечно. Ну что ж, великолепная хореография Виктора Никовского, в прошлом великолепного профессионала, четырехкратного финалиста чемпионата Европы, костюмы Татьяны Бирюкова, которую создала, и, конечно, Александр Шевчук, дизайн и стиль. Татьяна, счастлива совершенно. Я думаю сейчас о своей семье и передаю им привет. Дочка и супруг Александр Юлин сейчас, конечно же, примут. Да, да. Смотреть на маму. Так, посмотрим оценки. Мы все волнуемся. Ну, неплохо. Вы знаете, ну, неплохо, честно говоря. Неплохо. Это хорошая позиция, мне кажется, для дальнейшего. Ну, по крайней мере, пока мы в начале турнирной таблицы, где-то там да. Это означает, что у нас есть большие шансы. Первой половине, хорошо. Всего несколько пар перед вами выступят, и вы, конечно, определяетесь с вашими симпатиями. И помните, что оценки судей профессионалов только 25% от общей оценки, а остальное – это слово за вами. У нас одинаковое количество баллов. Лидеры пока Дания по-прежнему. И еще Литва. И три страны набрали по 42 балла. Это, кстати, означает, что впоследствии судьи будут выбирать, кто из этих стран займет более высокую строчку в турнирной таблице. Это будет определять главный судья, госпожа Глэдис Тэй Сингапура. Запомните это имя. Да, запомнил. И следующая пара, которая выходит на паркет, это, несомненно, наши конкуренты. Не только наши, а пара, которая претендует, возможно, на высокие места в этом Евродансе. Тони Косович и Джейсон Роддис, представители Греции. Тони и я выбрали комбинацию разных латиноамериканских ритмов. Мы планируем использовать немного аргентинского танго, пасодобле, ча-ча-ча и румбы, может быть, даже немножко самбо. Но Тони Косович и Джейсон – профессиональная пара, которая очень много... Они завершили свои выступления в 2001 году, были полуфиналистами чемпионата мира среди профессионалов. Это сильный был профессиональный танцевальный дуэт. Но ребята сейчас оправдывают себя тем, что они некоторое время не выступали. Что они уже закончили выступать, значит, они не профессионалы. Кстати, здесь Джейсон представлен как виндсерфингист. Ну, действительно, он зарабатывает на жизни инструктированием. Он говорит, что не ожидал, что ему придется опять выйти на паркет, опять соревноваться, и он хочет показать на паркете всю страсть, честность и справедливость, какими на самом деле являются люди в Греции, и надеюсь, что нам это удастся. Как ты думаешь? Она говорит, я уверена в этом. Итак, танцоры из Греции, Тони Косович и Джейсон Родитис. Их музыкальная композиция «Мизерло». Thank you.
Песня «Родитесь» и Тони Косович. У Джейсона есть греческий паспорт. Это им дало возможность выступать за эту страну. А вообще они родились оба в Австралии. В бытность профессиональных их выступлений. Они были чемпионами Греции, чемпионами Австралии, полуфиналистами чемпионата мира. Кстати говоря, в Москве дважды были финалистами Кубка мира в Кремле для профессионалов. И сегодня они соревнуются с некоторыми парами. Большинством пар, где второй партнер никогда раньше не танцевал. Кстати говоря, и Татьяна Навка. Одно дело быть и исполнять композиции на льду, а другое на паркете. На паркете совершенно другое. Да, у вас что-то было с костюмом. Как правильно заметил Грэхэм. Ну, что вы думаете? No. Вы, наверное, вообще ничего не боитесь, даже судей. У них огромный опыт. Can we do it again? Мы можем еще раз это сделать. We would like, but maybe slightly unfair advantage. Let's see what the judges thought of. Да, это интересно, посмотрим, потому что, в общем-то, они должны получить все четыре высшие оценки здесь. Ну, однако, всего на 2 балла больше, чем у нас. Два судьи поставили по 10 баллов, хотя, вот для меня это немножко странно. Странным, во-первых, участие вообще профессиональной пары в танцевальном Евровидении, где один из участников не должен быть известным танцевальном бизнесе, танцах. А с другой стороны, непонятно, почему десятки, потому что их исполнение было абсолютно великолепное, очень профессиональное. Ну, правила конкурса только устаканиваются, да, между чем следующими на паркет выходит Португалия. Ракель Таваруш и Жоао Тьяго. Ракель – исполнительница, профессиональная исполнительница песен в стиле фадо, а ее партнер – чемпион Португалии. Ракель Таваруш, несмотря на свою молодость, ей всего 23 года, у нее уже два очень успешных альбома в стиле фадо в Португалии. Фадо – это наша народная песня, говорит Ракель. И когда мы поем фадо, верьте, это то, что мы чувствуем на самом деле. Ну а танец – это немножечко как фадо. Да, конечно. Я надеюсь, что все в Европе почувствуют то же самое состояние, те же эмоции, которые будем чувствовать мы во время нашего танца. Процитировал известную в Европе песню Ракель Таваруш. Итак, на паркете среди Португалии Ракель Таваруш и Жоао Тьяго. Ракель Таваруш и Жоао Тьяго, представители Португалии, профессиональная певица и пятикратный чемпион Португалии. Как они обещали, они исполнили румбу и затем очень сложный переход, такой трюковой переход в композицию танго. Надо сказать, что Ракель выступает двумя сломанными ребрами и выступает через боль. Да, да. Посмотрим,
что у нее самочувствием будет после этого номера. Кстати, в Испании, которая тоже должна была участвовать, в день трансляции танцевального Евровидения проходит отборочный матч чемпионата мира по футболу 2010 года. Поэтому Испании здесь нет. Футбол важнее танца. Это великолепная композиция, которую вы продемонстрировали. А мы знаем, что у вас были сломаны ребра. Как вы себя чувствуете? Едва переводит дух. Я не понимаю, как себя чувствует Ракель. Воды, дайте воды. Знаете, я, когда я танцую, я обо всем забываю. Обо всех неприятностях и боли. Я очень счастлива. Это самая лучшая анестезия. Спасибо, здесь фантастически. Спасибо, зрители. Давай посмотрим, насколько это оказало влияние на судей. Давайте нам десятки или 12 баллов. Нет, судьи, оказывается, были. Вы знаете, честно говоря, не очень высоко оценили их выступление, хотя мне казалось, что они могли получить чуть-чуть более высокие оценки. Достаточно строго у нас были судьи. Но зато это может вызвать волну негодования среди телезрителей во всей Европе. Начать голосовать. Мы хотели, чтобы наша страна нами гордилась, и мне кажется, мы сделали все, что мы могли. Я думаю, Португалия может гордиться ими. Они хорошо танцевали, действительно хорошо выглядели. Осталось две танцевальные пары нам с вами увидеть. И следующие танцоры. Это Марчин Мрожек и Эдита Хебуш. В прошлом году польский танцевальный дуэт очень неплохо выступил, занял 6-е место на танцевальном Евровидении. И в этом году, мне даже кажется, еще большие шансы у их соотечественников. Да, безусловно. Важно, что я актер и... Когда я танцую, я становлюсь совершенно другим человеком. Но, как мы знаем, Марчин танцевал в своей карьере довольно долгое время. Румба и ча-ча-ча с элементами современного танца, говорит Эдита, мы выбрали для своего выступления в этот раз. Потому что румба – любимый танец, здесь только страсти и сексуальности. Но это то, что есть в каждой польской женщине. Ну и есть некоторая радость и некоторая непредсказуемость, как в каждом польском мужчине, говорит Эдита. Итак, Эдита Хербуш и Марчин Мрожек, который, кстати говоря, участвовал в национальном проекте «Танцы со звездами на Украине», стал победителем вместе с Анной Калипенко. Их композиция включает элементы румбы, ча-ча-ча и современные пластики. Итак, Эдита и Марчин. Эдита Хербуш – профессионал и актер Марчин Мрожек. Но, вы знаете, я могу сказать, что прежде чем Марчин стал
актером. У него очень хорошая танцевальная подготовка. В 10 лет Маршин присоединился к танцевальной группе «Харо Дэнс». Вместе с этой командой выиграл множество польских и европейских чемпионатов. Но с удивлением открыли мы для себя, что Майкл Джексон, под музыку которого выступала польская пара, это национальный польский исполнитель. Национальный польский исполнитель. Но здесь есть все-таки национальный элемент. Это цвета, костюмы и титры. А композиция, которую они показали, была действительно симпатичная и красивая. Румба и очень хороший ча-ча-ча. Мы были действительно очень испуганы, потому что вы такое вытворяли на танцполе. Мы очень нервничаем. Мы сейчас так счастливы, что мы здесь. Спасибо огромное. Маме обязательно надо сказать спасибо. Да. Итак, оценки польской пары, которая, несомненно, будет одной из лидеров. О, 8 это немного неожиданно, честно говоря, 8, потому что мне казалось, что где-то оценки будут в районе 10-12 баллов. Но ребята, по-моему, влюбили в себя весь зал. Абсолютно. Абсолютно. И, конечно, вы помните, что главное... За зрителями, которые будут голосовать после того, как все 14 пар продемонстрируют свое мастерство. И последняя пара на паркете представителей Украины. Лилия Подкопаева, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Ее профессиональный партнер Сергей Костецкий. За Лилию Подкопаеву действительно все мы привыкли болеть. Потому что она прекрасная спортивная гимнастка. Всю свою жизнь, все свое детство, говорит Лилия, я провела на ковре. Так что я привыкла соревноваться, если что. Для нашей композиции мы выбрали элементы джайва, некоторые движения из рок-н-ролла и из национальных украинских танцев. Знаете, на счету Лилии Подкопаевой 45 золотых, 21 серебряная, 14 бронзовых медалей, которые завоевала на спортивных соревнованиях. Мой партнер Сергей Костецкий, он, конечно, потрясающий профессионал. Я каждый день чему-то у него учусь. И, кроме того, мы очень сдружились. Он очень хороший танцор. И, кроме того, для нас огромная честь представлять здесь нашу страну, Украину. Ну что ж, я думаю, что Лилия готова к своей коллекции медалей присоединить еще одну танцевальную Евровидение. Итак, Украина, Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий. Подкопаева и Сергей Костецкий, представители Украины, великолепно исполнили свой джайв с элементами рок-н-ролла и национальными элементами. А вы знаете, Яна, интересно, что перед самым эфиром нам сюда позвонила
Лариса Латынина, ее супруг Юрий Фельман, и попросили передать добрые пожелания двум олимпийским чемпионкам. Конечно, Лариса Семеновна болеет за Лилю Подкопаеву и за нашу Татьяну Навка. Ну что ж, мы, наверное, были бы готовы разделить первое и второе место, но все это... Никто не против. Кроме того, здесь присутствует муж Лили, Тимофей, здесь в Глазго, он переживает за нее. Да, мы, в общем, сделали это так, как мы могли, с духом нашей страны Украины, чтобы достойно нашу страну представить. Кстати, между прочим, Лилия соревновалась в том же сезоне танцевального шоу с Марчином Морожуком. Марчин Морожук победил. А мелодия называлась «In the Mood» — «Настроение». Итак, оценки 38. Ну что ж, Мишель Риба, так же, как и в предыдущем случае с польской парой, несколько занизила, мне кажется, оценки и той, и этой пары. И то, что Лилия олимпийская чемпионка и посол ООН, как-то никак на судьи не повлиял. Итак, это были Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий. Все 14 пар завершили свои выступления. И мы посмотрим, как будет выглядеть турнирная таблица. So we'll give some couples a great head start before you begin voting. Ну что, турнирная таблица кому-то все-таки добавила шансов в общем голосовании, несмотря на то, что вот эта таблица — это всего лишь 25% от общего количества голосов. Да, Грэхэм говорит, что сейчас эти оценки нам нужно преобразовать в позиции, но перед этим вы помните, что представитель жюри, очевидно, будет определять все-таки спорные места. Спорные места. Вот нас интересует третья позиция. Удастся ли нам занять третью строчку сейчас? First up, we have a tie between Azerbaijan, Lithuania, так, Азербайджан, Литва и Россия имеют спорные позиции. Гладис. Based on that performance, I would rank Lithuania above Azerbaijan, because Lithuania has beautiful, лучше Азербайджана, говорит Гладис. Ну, госпожа, ты отняла у нас несколько очков, жалко. Azerbaijan, they are such dramatic dancers, great chemistry. Так, так, так. Драматизм. Итак, мы сейчас, по милости сингапурской судьи, потеряли две позиции. На пятом месте. Как сложно быть судьей. Yes, be careful, okay. Да, действительно, Клавдия права. Она, кстати, ведущая юмористического шоу. А по поводу спорной позиции между Финляндией и... Я думаю, что Великобритании. Ну, в Сингапуре пока трудно понять, наверное, тему. Сингапур просто далеко. Вот. Поэтому обрыва. Финляндия на восьмом месте, а Соединенное Королевство занимает следующую позицию. Итак, мы получили 24 очка, могли бы 32. 8 очков нам стоило мнение главного судьи нашего жюри. Ну что ж, зрители могут все исправить. Так как вы заметили, 4 позиции с конца не получили никаких очков. Им совсем обидно. В общем, да. Итак, линии для голосования открываются по сигналу шотландской волынки. И мы хотим напомнить вам, дорогие телезрители, номера телефонов и номер, на который нужно отправлять смс-сообщение. Итак, для смс-сообщения у вас есть короткий номер 7777. Отправляйте сообщение с номером страны, внимание на экран. Или телефонный номер 8-803-333-53. И также номер той пары, которую вы хотите поддержать. Для голосования у вас, уважаемые телезрители, не так много времени. Что-то около 15 минут в общей сложности. Я думаю, что мы еще раз можем повторить этот номер. Да. Так, телефонный номер 8-803-333. И затем 3-3-3-5-3. И затем номер пары. А смс-сообщение можно отправлять на номер 7-7-7-7. Отправляйте смс-сообщение с номером страны. Итак, но для того, чтобы вы сделали окончательный выбор, вы сейчас увидите вновь все 14 пар перед вами с фрагментами их выступлений. Итак, давайте напомним друг другу все представления на сегодняшнем танцполе. Первыми на паркете были шведы Жанет Карлсон и певец Дэнни Сосейда с их номером под музыку Мадонны «Hang Up» и композиция «Ча-ча-ча». Если вы считаете, что судьи обошлись со шведами не очень хорошо, голосуйте за них, их номер 01. Но также вы можете помочь представителям Австрии. Это следующая харизматичная пара, состоящая из комика и телевизионного ведущего Дориана Штайдля и профессионала Николь Кюнтнер.
Они продемонстрировали комбинацию различных танцев, фокстрот, джайв и немножко хип-хопа. 3-4 секунды, помните, как обещал Дориан. Достаточно симпатичная. Кстати, у Дориана в январе должна родиться дочка. Да, ну а это лидеры, пока после мнения наших профессиональных членов жюри, Катя Свенсон и Патрик Шпигельберг, исполнив танцы, которые как бы не подходят по лексике для формата танцевального Евровидения, тем не менее, они лидеры. 4 раза по 12 дало им 48 баллов и первую позицию. Далее следует Азербайджан, их номер 04. Анна Сажина. Видимо, уже жена. Да, уже, наверное, жена. Может быть, она уже Эльдар и Анна Сажина. Может быть, не, а вы думаете, Эльдар взял фамилию жены? Эльдар Джафаров, Анна Сажина. Пара номер 4. Замечательная композиция под музыку «Призрак оперы». Симпатичные ирландцы Дервла Леннон и Гевин О'Феррик с их достаточно удачной попыткой отобразить специфику латиноамериканских танцев лексикой и техникой ирландских национальных танцев. Далее идет страна-победительница прошлого года, это Финляндия. Певица и актриса Мария Лунд и профессиональный танцор Микко Ахти. Пара номер 6. И напоминаем вам номер телефона 8-803-333-53 и затем номер полюбившейся вам пары, либо смс на номер 777 и также номер пары. А следующие на паркете напоминают о своем выступлении танцор из Нидерландов, певец, юный певец, 18-летний Томас Берге и профессионал, чемпион Нидерландов Румян Дыха. Судьи обошлись с ними довольно сурово. Несмотря на то, что Томас Берге пел вживую прямо на паркете. Литовские танцоры, вернее, профессионал Саулюс Кампинас, профессионал и в прошлом танцовщица, а ныне участница популярного группы «69 на небесах» Карина Криско и их романтическая комбинация в стиле румбы, переходящая в ча-ча-ча. Ну, наконец, Соединенное Королевство, страна-хозяйка чемпионата. Это Луиза Рихтен, актриса, и профессионал Винсент Симоне. Да, и родина бальных танцев в какой-то степени. Именно из Британии пошел по миру этот самый танцевальный формат. Ну, а следующие вы увидите российский танцевальный дуэт. Великолепную пару Татьяна Навка, Александр Литвиненко. Мы напоминаем вам, что вы не можете голосовать за наших танцоров. Мы будем надеяться, что Европа почувствует страсть и харизму этого танца и оценит мастерство наших танцоров. Пожелаем им успеха. Греция. Тони Косович и Джейсон Родитис. Профессионал и виндсерфер. В прошлом они оба были профессионалы и финалисты крупнейших профессиональных танцевальных дуэтов. Великолепно технически они исполнили свой номер. Поддержат ли их зрители, мы увидим чуть позже. Далее молодая исполнительница фада Ракель Товарыш и профессионал Жуао Тиаго. Да, можно просто сказать, товарищ Ракель. Симпатичная композиция, это была румба, затем такая трансформация, были удалены рукава, трюк, который привел к танго. Поляки, польский танцевальный дуэт Эдита Хербуш и Марчин Мрожек. Очень симпатичная композиция румбы и ча-ча-ча с трансформацией в костюме. Великолепное платье в цветах национального флага этой страны. Композиция под музыку Майкла Джексона. Ну и последними выпала удача выступать Лили Подкопаевой и Сергею Костецкому из Украины. Кстати, последними выступать действительно хорошо для зрительского голосования. Да, Яна, и в прошлом году, на прошлом Евровидении, кстати говоря, пара, которая последняя выступала из Финляндии, как раз и Юси Ваннанен и Катя Кокова заняли первый место. А, ну видишь, какая простая логика зрительского голосования. Да, 14, кстати, говорил, что последнее впечатление самое сильное. Ну, в общем, да. Ну что, друзья, у вас очень нелегкий выбор, но тем не менее. Сегодня было действительно исключительное шоу. Голосуйте, пожалуйста, за танец, а не за ваших соседей по географической карте мира, говорит Грэхэм. У вас осталось не более чем 10 минут для голосования, после чего у нас будет потрясающее шоу. Все 14 пар сойдутся на одном танцполе, то есть это будет общий европейский танец, беспрецедентная акция. Никто этого никогда не видел. Ну что, друзья, прежде чем голосовать, посмотрите сюжет о том, как жили люди за кулисами Евровидения танцевального в 2008 году.
Итак, за кулисье. Надо сказать, что Глазго действительно очень гостеприимный город. Это самый большой город Шотландии, но не являющийся при этом столицей Шотландии. Да, и во вторник утром стали прибывать танцоры с флагами, со своими костюмами, представители Украины. И не случайно, кстати говоря, этот город был выбран для проведения этого события, потому что местные... Центр, который, где проводятся конференции, крупные конвенции, является самым большим в Великобритании. Кроме того, через реку Клайд находится телевещательная корпорация BBC, при помощи которой и был организован этот конкурс. Поэтому вся инфраструктура здесь в Глазго очень удобная. Очень красивое современное здание. Мы только что перед этим видели, как красиво воздушно выглядит помещение BBC Scotland. Там был первый прием. И репетиции, в которых участвовали все участники. Кроме того, надо сказать, что в этот раз билеты на танцевальные Евровидение не решено было продавать. В прошлом году это все снималось в павильоне BBC, доступ был бесплатный. Но в этот раз от 10 до 15 фунтов стоил билет на шоу. Да, кстати, история по поводу ребер, видите? Доктор чуть было не запретил Ракель выступать. Но я хочу, чтобы моя страна мной гордилась. Но нужно сказать, что у ребят было время все-таки и отдохнуть, потому что нужно помнить о том, что Глазго действительно город на воде, очень важный. Есть возможность сходить и посмотреть парусник, который не так скоро расположился от гостей. Конечно же, без виски не обошлось дело. Многие не отказались от посещения вискокурни. Вот наш австрийский коллега уже приготовился к соревнованию. Певец из Голландии Томас Берге. Я потерял свой багаж. Багаж мой не прибыл, я не знаю, что буду делать. Вот, надеюсь, что он придет позже. Увидимся. Ну, конечно, сама подготовка к шоу проводилась очень серьезно. Надо сказать, что Клаудио Линкельман обычно ведет такие веселые передачи, юмористические, как, впрочем, и Грэхам. Поэтому здесь они... Но, кстати, они у нас уже, получается, постоянные ведущие танцевальные. Да, интересно, кстати говоря, что певец Томас Берге приехал очень поздно. Он приехал буквально в последний момент, и до этого Румяна репетировала без него. И все ближе-ближе к выступлению. Больше вдохновения, больше напряжения. Волнение танцоров ощущается в каждом движении. Ну что, Глазго выглядело очень хорошо в этом сюжете. Ну что, друзья, осталось очень мало времени для голосования. А сейчас посмотрите внимательно на кое-что очень-очень специальное. Все 14 пар выйдут сейчас на танцпол и сойдутся в таком общеевропейском танце. Это будет для вас еще одна возможность определиться, может быть, с вашим мнением. Но напомним вам телефоны, по которым вы можете присылать. Итак, это 8-800-3-333-53 и затем номер полюбившейся вам пары. Той пары, которую вы хотите поддержать. А также вы можете отправить смс на номер 7777 с номером танцевальной пары. А теперь композиция «Ча-ча-ча» и «Джайва», где вновь мы увидим все 14 пар участников танцевального Евровидения. Причем каждая из этих пар будет иметь возможность 16-18 секунд станцевать сольно. И первыми вы видите Дэнни и Жанет из Швеции. 15 секунд славы и, может быть, последняя возможность продемонстрировать себя, свои таланты. Да, мы вам напоминаем, что после вот этих буквально 2-3 минут, затем в течение 1-2 минут завершится голосование, так что, если вы не определились, сделайте это быстрее. А тем временем на танцполе Никель Гутнер и Дориан Штайдель, танцевальная пара из Австрии. Обаятельный Дориан. Вы видели, как он с увлечением дегустировал виски, но это не подействовало на, не повлияло на его спортивную координацию формы. Движений. Удивительно подвижный, симпатичный, высокий мужчина. На 30 сантиметров выше он своей партнерши. Не знаю, это не помешало, мне кажется, как лидеры выступить. Лидеры, которые исполнили замечательную композицию джаз-балетную. Издание. Патрик Шпигельберг и Катя Свенсон. Азербайджан. Анна Сажина и Эльдар Джафаров. Мы все-таки попытаемся разобраться, стали они мужем и женой или нет. Потому что Эльдар подарил Ане кольцо у всех на глазах. Да. По-моему, она приняла решение. Сразу увидела, какое кольцо. Это было очень важно. Они вспомнили фрагмент танго, а вслед за ними... Замечательный ирландский танец в ритме ча-ча-ча под эту четырехчетвертную музыку. Дерблэ Леннон и Гевин О'Феррик.
И следующие. Мария Лунд и Мика Ахти, представители страны, которые победили в прошлом году. Посмотрим, удастся ли им сохранить эти позиции. В очередной раз Евровидение демонстрирует, как можно совмещать современные ритмы и классические движения танцев. Да? Да. Томас Берге, 18-летний певец, который замечательно спел, станцевал, может быть, не очень хорошо, но очень обаятельно со своей профессиональной партнершей Румяной Декан. Пара номер 7. Симпатичная пара. И вот Карина Криско и Саулюс Скамбинас. Это Литва, номер 8. Пара номер 8. Вы помните их обаятельную композицию? Медленная мелодия. Солнце восходило, садилась луна. И композицию «Румба и ча-ча-ча». И танцоры из Великобритании. Луиза Литтон, актриса. И Винсент Симоне, профессиональный танцовщик. В честь Луизы надо сказать, что она совсем не выглядит бледной на фоне Винсента. Нет. И наши. Татьяна Навка и Александр Литвиненко. Пожелаем им успеха. Они великолепно выглядят, очень достойно, красиво. Замечательная хореография. Еще раз хочу повторить это Виктора Никовского. Костюмы Татьяны Бирюковой и дизайн прически, стиль Александра Шевчука. Успех вам, ребята. Ну и далее. Меняется ритм. Опять, как выяснилось, песня Кристины Агилеры – это джайв. Да, это Кэнди Мэн. И первый Кэнди Мэн, которого мы видим, это Джейсон Родиц и Светлана Косович, его супруга и партнерша, представляющие Грецию. И их сменяют танцоры из Португалии. Ракель Таварош и Жуао Тиаго. Ракель, великолепный инструмент. Действительно, сложно танцевать. Все-таки ребра были повреждены, но, тем не менее, они молодцы. Следующий танцевальный дуэт, который является все-таки одним из претендентов на высокие места в этом конкурсе, Эдита Хербуш и Марсин Мрочек из Польши. Повлияет ли номер 13 на что-нибудь? Мне кажется, он может быть счастлив. Да, кстати, не исключено. Ребята молодые, талантливые, действительно замечательные. И завершают эту композицию Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий. Они представляют Украину. Замечательно они станцевали джайм, современного рок-н-ролла и национального танца. Видите, они полны энергии. Действительно, они хорошо танцуют. Удачи. Надеюсь, дорогие телезрители, сейчас осталось буквально несколько секунд для того, чтобы отослать СМС-сообщение или позвонить по телефону. Так что надеемся, что выбор вы уже свой сделали. Еще раз напоминаю, на всякий случай номер 8-800-3-333-53 и номер пары, который вы хотите поддержать, либо СМС 7777 и номер пары. Сейчас ведущие буквально в считанные секунды должны объявить окончание голосования. Но они тянут время для того, чтобы у вас еще была возможность кого-то спасти. Итак, пошел так называемый финальный отсчет. Countdown. А пока судья Сингапура говорит, что ей очень понравилась польская пара. Да, русская пара, это замечательно. Спасибо большое. Она сказала польская, но нам послышалось русское. Итак, линии для голосования закрыты. И Грэхм говорит, что вы можете по-прежнему звонить. И просто вам придется заплатить за этот звонок, но ваш голос не будет учтен. Ну что, друзья, сейчас мы узнаем, кто станет победителем танцевального Евровидения 2008 года. Ну, не прямо сейчас, сейчас еще будет довольно длительная церемония голосования от каждой страны. 14 стран представят своих представителей. Всех ведущих, которые будут объявлять результаты. Кроме того, кстати, танцевальный Евровидение транслируют не только в странах-участницах, но и во многих других странах в том числе. Да-да, ну а сейчас мы обратим внимание на зрителей, на болельщиков и болельщиц, которые находятся здесь и поддерживают свои любимые пары. По поводу оценок жюри, не все согласны здесь с оценками жюри, но всем понравилось шоу, здесь без вариантов. Кстати, знаете, когда вводят жюри в драматическую структуру какого-либо соревнования, это, конечно, добавляет как-то переживания телезрителей. Конечно. Вот девушке понравилась финская пара.
Their movement to the music was amazing. Да, и движение. You loved Finland. Okay. What else did you think? Did я you думаю, love... кого вы здесь не спроси в этом зале. Всем очень понравилось шоу. Да, конечно. Но мне хотелось бы, конечно, чтобы моя страна здесь выступила хорошо. Говорите, кстати, Великобритания. Ну, по последней информации, кстати, на страну проведения. Следующего танцевального Евровидения будет Ники Тендер объявлен. Тут пока некая непонятная ситуация. Ну, по идее, первые два Евровидения танцевальные должны были проходить в Великобритании, а следующий уже в стране победительницы. Но пока это окончательный вопрос не решен. Есть так называемая грин-рум, зеленая комната, где перед своими выступлениями и после них находятся конкурсанты. Ну что, друзья, насколько вы довольны оценками судей в ваш адрес? Не совсем. Мы вообще ожидали, что будет что-нибудь повыше. Но мы всегда стараемся работать в полную силу, и поэтому у нас к себе претензий никаких нет. Вообще, просто для нас это было шоком. Мы очень давно друг с другом не танцевали, поэтому поймите нас правильно. Ну, в общем, народ оценил. Ну что ж, а сейчас мы подойдем к Финляндии. Мико и Мари. Вы лирические, вы прекрасные. Вы вообще замечательная пара. Ну, вы можете представить, какие эмоции сейчас царят в Гринруме. Голосование уже закончено, а теперь слово Грэхэму. Что? Уже ждать больше нечего. Сейчас мы будем узнавать оценки, которые Европа в рамках традиции Евровидения, видите, голоса превышены баллы. 12 баллов паре, набравшие большее количество голосов. 10 баллов за второе, 8 за третье и так далее до одного. 4 страны, набравшие наименьшее количество голосов, не получают очков. Перед вами таблица голосования, на которой вы видите распределенные жюри очки. Ну что ж, Дания 48, Греция 40, Литва 32, Азербайджан 28. И сейчас самый драматический момент наступает в любом Евровидении, когда каждая страна начинает выходить в прямой эфир и выставлять оценки от себя. То, что решили зрители в каждой европейской стране. Но прежде чем мы перейдем к этому, мы должны обратиться к Талю Барне, директору этого танцевального Евровидения, чтобы он нам подтвердил, что все голоса получены, подсчитаны, и мы готовы их объявить. Добрый вечер, Карен. В Швецию, Карен. Это Стокгольм. Это Карен из Стокгольма. Вы голосуете первыми сегодня, так же, как ваша страна выступала. Итак, кому вы поставили баллы от 1 до 7? Здесь сохранилась, обратите внимание, старая система голосования в Евровидении, когда выставляли все баллы от 1 до 12. С некоторого времени у главном Евровидении в песенном решено было отказаться от этой традиции, поскольку это так затягивает голосование и автоматически выставляются оценки от 1 до 7. Ну что ж, в прошлом Карин да Сильва была чемпионом Швеции по латине стандарту среди юниоров. Мы видим, что Великобритания получила 1 балл, Россия получает 6, Украина до этого 2 балла, Азербайджан 5, Литва 7. Ну вот сейчас самое интересное, кому главное. Они поставят оценки от 8 до 12. Okay, and now I'd ask for your top marks, the 8, the 10, and the 12. Yes. Denmark, 8 points. 8 баллов Дании. Но пока сохраняется старинная традиция Евровидения «Голосуй за соседа». Вот. Но даже Польша если он через море. Баллов и улучшает свою позицию. Ну, no surprise. А это вообще сосед-сосед. 12 баллов идет в Финляндию и улучшает их позицию. 7 место Финляндии занимает. Включили немножко геополитики, несмотря на то, что Грэхэм предупреждал, голосуйте за Данию. Пока не получается. И мы отправляемся в Австрию, где нас ждет Марвин. Good evening to everybody. Марвин, журналист и телеведущий, Марвин Вольф. Он популярный датский телеведущий, увлекается танцами, раньше обожал диско, а недавно вместе со своей подругой начал учиться танцевать танго.
Итак, один балл Нидерланды. Два балла отправляются в Грецию. Швеция получает 3 балла. Великобритания 4. Португалия 5 баллов. Еще раз 6 баллов. Ну, так что-то такое среднее. 7 баллов. Дания не улучшает свою позицию. Данию, конечно. Итак, 3 лучшие оценки. 8 баллов в Азербайджан. И они опережают Россию. 10 баллов в Украину. Ну и 12 баллов, наконец. Ну что, Польша? Тянет, тянет австрийский телевизор. Польша 12 баллов получает. И перемещается на третье место. Но, с другой стороны, надо сказать, что у России в этом году и так было довольно много успехов на спортивном поприще, на поприще того же Евровидения. Да? Следующее Евровидение проходит в Москве, поэтому, наверное, есть легкая такая зависть. Да, ну а мы с вами перемещаемся в Копенгаген. Янс Блаунфельд, популярный датский телеведущий, будет оглашать оценки этой страны. Ну, кстати, выбор ведущих, который представляет каждую страну, не случайен. Кто-то как-то связан с танцами, либо увлекался, либо да, участвовал в танцевальных проектах. Portugal, one point. Итак, Португалия 1 балл. Russia, ай-яй-яй. 2 points. Ой, да. Что ж такое? 2 балла, немного. Austria, 3 points. 3 балла в Австрию отправляется. Ireland, 4 points. 4 балла Ирландии. And I always wanted to say this, Royal Uni, United Kingdom. Великобритания получает 5 баллов. Finland, 6 баллов Финляндия. And Lithuania, 7 points. 7 баллов Литва. Thank you. The computer is just totting up the differences those scores make. Мы опустились на 6 место. Ну, надеюсь, что дальше в голосовании нам больше повезет. 8 points for будем надеяться. Ukraine. 8 баллов отправляется на Украину. Ukraine. 10 points. 10 баллов Швеции, что несколько улучшает их позиции, но такой обмен гешефтами с скандинавских стран, легкий. И 12 баллов в Польшу, и Польша еще больше укрепляет свои позиции, перемещается на 2 место. До свидания, Дания. Мы с вами отправляемся. Ну что, да, действительно, у всех теперь. Все получили баллы. Итак, мы отправляемся в Азербайджан. Хусне Махарамова в Баку. Good evening. Встречает нас. Good evening. Good evening, Glasgow. Добрый вечер, Глазго. Здравствуйте. Все в Европе. Так, время объявлять баллы от 1 до 7. Хочется получить, честно говоря, 10-12. Хочется как-то уже войти в топ. Надо подчеркнуть, что это прямой эфир, что голосование происходит прямо на глазах у европейских телезрителей. И все мы волнуемся, потому что хотелось бы, чтобы позиция Татьяны Александры улучшилась. Так, 1 балл в Дании. 2 балла в Австрию. 3 балла в Великобритании. 4 балла в Литве. 5 баллов в Финляндии. 6 баллов в Ирландии. 7 баллов в Португалии. Ну что, есть надежда, что Азербайджан выставит нам что-нибудь приличнее. Оценки от 8 до 11. 8, 10, 12. Yes, now our top 3. 8 points go to Russia. Уже как-то же. Хотел бы, конечно, побольше получить, но что делать? 10 points go to 10 баллов в Польшу, и Польша приближается к лидерам. Польша не просто лидеры, они уже их изначально. Да, они уже поделили, но это, собственно, все. Finally,
И 12 баллов получает Украина. Украина резко взлетает сейчас в первую таблицу. И перемещается на четвертое место. Мы пока на пятом месте. Итак, мы покидаем Баку и перемещаемся в Ирландию. They've done very well now, and I like when we cut to the Ukraine because there's a bit of a madman with funny hair. Да, отметил сейчас Грэхэм украинскую группу поддержки и традиционную украинскую прическу. Да, Брайан Орманд известен в своей стране как участник многочисленных конкурсов талантов в стиле «Фабрики звезд», причем он участвовал в шоу не только в Ирландии, но и в Англии. Его лучший результат — 7-е место и попадание в группу Six. Сейчас Брайан стал телеведущим и сам готовится вести ирландский аналог «Фабрики звезд». Всему миру одни коллеги. Итак, ирландская голоса. One point goes to Austria. Один балл идет в Австрию. 2 points to Greece. Два балла в Грецию. Вот таким образом люди, которые были в середине турнирной таблицы, сместились к концу. 4 points go to Russia. Всего 4 балла. Ай-яй-яй. We're giving 5 points to Ukraine. 5 баллов Украине. 6 points go to Portugal. 6 баллов Ракель за ее страдания. And our 7 points go to Azerbaijan. 7 баллов отправились в Азербайджан. И ситуация становится еще более напряженной. Итак, сейчас. Okay, here are the top votes from Ireland. Главные оценки. We're giving 8 points to United Kingdom. 8 баллов получает Великобритания. Мы не против этого, они неплохие ребята. Но опять же, никакой геополитики, никакой. 10 points. Lithuania. 10 баллов отправляются в Литву. Очевидно, Польша получит 12 баллов. And to complete the Irish vote, 12 points are going to. Станислав, Польша не пробовали играть на тотализаторе. У нас хорошо получается предсказывать. И Польша становится лидером. Собственно говоря, мы это предполагали, что они будут одним из лидеров этого танцевального Евровидения. Итак, опросили 5 стран. Пока лидером является Польша. Россия на 5-м месте, мы пока в пятерке. И but it's not looking quite продолжаем so good волноваться за наших Austria ребят и перемещаемся сейчас. Для Австрии и Нидерландов все не так хорошо. You're breaking a child's heart. Okay. Let's get on and head off. Но они были очень приятные, кстати говоря, очень полезные. В Финляндию мы перемещаемся. Яна Пеликкинен зовут эту финскую ведущую. Она, кстати, лицо Финляндии на Евровидении. Score away, miss. I must say I've enjoyed tonight's show, and Graham, you are looking вид ночного so cute Хельсинки, tonight. Кстати, действительно такой город спит. Да, интересно, что Яна уже 3 раза объявляла результаты голосования в Финляндии, написанной на Евровидении. В прошлом году она сделала то же самое и на танцевальном конкурсе. Yes, here we go, then. Так что ваша тезка, one point Яна. Goes to Azerbaijan. 1 балл отправляется в Азербайджан. 2 points Ireland. Учитывая туристический оборот между нашими странами, а также 3 points to Austria. 2 балла в Ирландии, 3 балла в Австрии. Давайте нам 8 баллов. 4 балла в Украину. 5 points to Greece. 5 получает Греция. Я думаю, профессионалы могут быть немножко окончены. 6 баллов Литва. And 7 points go to 7 баллов Швеции. Ну что ж, теперь мы будем волноваться или покупаем лесопилку в городе Лахти. Yes, this is so exciting. Итак, главные оценки. 8 points go to Denmark. 8 баллов отправляются в Данию. Points go to 10 баллов отправляются в Польшу. Но... Ну, в общем, давайте сделаем ставку, Станислав, сейчас по поводу 12 баллов. Давайте попробуем. А может, не будет. Быть, and then, finally, our 12 points go to... Ну, все же, спасибо. Китос. Китос, Яна, Китос. Будем ждать финского Йову Пупки на Новый год. Это у них Дед Мороз такой. Спасибо, Яна. Все Яны девушки приличные. Яна из Финляндии. А, минус синула рака стан Яна. О, боже, Станислав, вы полиглот. Я объяснил, что любви.
Давай мы нужен глаз да глаз. Мы отправляемся в Нидерланды. Из Нидерландов. Результаты голосования объявляет профессиональный танцор. Да, это не танцор, это танцор, это танцовщица. Yes, yes, yes. Ну, знаете, Нидерланды такая страна своеобразная. One point to Finland. Two points to Denmark. Three points to Greece. Финляндия, 1 балл, Дания, 2 балла, 3 балла, Греция. Four points to Azerbaijan. 4 балла, Азербайджан. Five points to Lithuania. Литва. 6 points to Portugal. Португалия. And 7 points to the Ukraine. 7 баллов Украина. Ну что ж, давайте затаим дыхание. Потому что остались оценки. Наши соседи здесь по комментаторской кабине. Да, кстати, Гор Ван де Струт. 8 баллов он получает. Спасибо, Нидерланды. The 10 points. Go to the United Kingdom. Великобритания получает 10 баллов. Это не влияет на распределение мест ведущих. Но оттягивает, Парк, скажем так, баллы от верхушки. Польша, да, Польша. 98 наметилось совершенно четкое лидерство Польши. Мы по-прежнему на 4-м месте, 1 балл нас отделяет от Литвы, но и за нами очень сильные преследователи. Голосуют все страны в том же порядке, в каком они появлялись в соревновании. Андрюш Гирджас объявляет результаты от Литвы. Hello. Hi. Good evening, good evening. Greetings from Lithuania. Hi. Scores, what has happened, sir? Labas vakaras, Lithuania. Absolutely. Yes. So, Sweden, 1 point. Швеция получает 1 балл. Portugal, 2 points. Португалия, 2. Finland, 3 points. Финляндия, 3 балл. Austria, 4 points. Австрия, 4 балла. Ireland, 5 points. Ирландия, 5 баллов. Denmark, 6 points. Дания, 6 баллов. Украина, 7 баллов. Thank you very much for those scores. We're just absorbing them. Опять затаили мы дыхание. For your big three, please. Так. Absolutely. Андрюс, пожалуйста. 8 points for Poland. 8 баллов отправляется в Польшу. Week one, La Polonia. 10 points. Спасибо, Ачо. 10 points for Russia. Deep one, La Russie. Ачо. And 12 points for Azerbaijan. 12 points for Azerbaijan. Good Azerbaijan. Ну что ж, поздравляем Азербайджан. Хороший результат. 6-е место у этой страны. Ну что ж, продолжаем результаты голосования получать из оставшихся стран Европы. Мы отправляемся в Великобританию. Просто прямо из Глазго. Вот, пожалуйста, вещательный центр корпорации BBC, река Клайд. Результаты выявляет известный телеведущий, благотворительница Кэрол Смилли. Кэрол была из 2 национальных теленаград. Нидерланды. Австрия, 1 балл, Азербайджан, 2, Швеция, 3, Греция, 4, Дания, 5, Австрия, 6 баллов, Украину, 7 баллов, Португалия. В прошлом году мы получили 10 баллов, кстати говоря, от Великобритании. Посмотрим, что будет сейчас. 8 баллов в Ирландии. Или будет хорошо, или ничего. Хотел, чтобы было хорошо. 10 points. Go to Lithuania. Однако. 10 points for Lithuania. Deep ball, Lithuania. Ребята действительно заслужили. And the top score of 12 points. Нам ничего не было. Goes to, you've guessed it, Poland. Да. Ну, ничего себе. Великобритания в этот раз. Это... Интересно, связано ли имя танцора как-то с этим результатом? А, может быть, да, напугало имя. Они еще помнят прессу позапрошлогоднюю. Но это другой человек. Ну что, сейчас мы увидим Ларису Вербицкую из Москвы. Но мы не получили оценки перед предыдущим голосованием. Сейчас тоже мы пропускаем. Сейчас, да, тоже мы пропускаем. Сейчас, сейчас мы будем смотреть, как проголосовали россияне. Yes, and now the с первого по седьмое. Баллы. United Kingdom. А вот так вам. Sweden, 2 points. 2 балла. Швеции. Greece, Греция, 3 балла получает. Austria, 4 points. Австрия.
Lithuania, 5 points. Portugal, 6 points. Ireland, 7 points. Ну, конечно, мы убеждены, что мы поддерживаем Польшу. В общем, да. В общем, это заслуженно. Действительно, это были сильные пары. И может быть, Азербайджан, кстати. Может быть. Польша получает 8 баллов. Азербайджан, 10 баллов. Азербайджан, 10 баллов. And at the top, Ukraine. И Украина получает 12 баллов. В общем, и вплотную приближается заслуженно и логично. Кстати говоря, нет, обгоняет. Украина теперь на втором месте по общему зачету. Итак, мы покидаем Россию и перемещаемся в Грецию. Мне кажется, строил Ларисе глазки. Результат объявляет журналистка и телеведущая Рика Вагиани. Привет, Глазго! Всем хорошо на этом конкурсе. Athens calling here the results of the Greek vote. Итак, результаты голосования в Греции. So, Denmark, 1 point. Дания получает 1 балл. Sweden, 2 points. Швеция, 2 балла. United Kingdom, Великобритания, 3 балла. Литва, 4 балла. 5 баллов отправляются в Австрию. 6 баллов Азербайджан. Portugal, 7 points. 7 баллов Португалии. Thank you, Rika. The computer's just tallying that up. Похоже, что только укрепляются позиции лидеров. Но вот наши позиции пока. So, 2 голосования мы были без баллов. 8 баллов отправляется в Украину. Грехом просто знает французский, он иногда переводит. 8 баллов в Польшу. 10 баллов в Польшу, простите. И 12. И 12. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спасибо, Греция. Какие замечательные люди в Греции живут. Спасибо. Они вернули нам. Спасибо, замечательная страна Греция. Спасибо, Грития. Но вот видите, действительно, Грех утверждает, что очень большая часть публики не согласилась с судьями. Удастся ли Польше удержать лидерство? Ну, а теперь время Португалии голосовать. Оценки телезрителей объявляет модель и телеведущая Элен Коэлхо. Она считается одной из самых красивых женщин португальского телевидения. Кто бы возражал? Вы согласны с этим? Станислав Попов. Нет, абсолютно. Итак, оценки. 1 балл отправляется в Австрию. 2 балла в Финляндию. 3 points to Sweden. 3 балла в Швецию. 4 points to 4 балла в Азербайджан. 5 points. 5 баллов в Литву. 6 points to Greece. 6 баллов в Греции. 7 points to Denmark. 7 баллов в Данию. Ну что ж, опять нам может наступает время волноваться. And now I'd ask you for your 8, your 10 and your 12. Ян, как вы чувствуете? Повезет? Холодно все-таки в Глазго, согласитесь. Погода здесь такая шотландская. Вот как-то так. Португалия. Прошу прощения, Польша получает 8 баллов. Укрепляет свои позиции и в большом отрыве. Не хочется сглазить просто. 10 баллов получает Россия. Спасибо, Португалия. Спасибо. И 12 баллов отправляются на Украину. Итак, тройка лидеров Польша, Украина и Россия. На 7 баллов отстает от России Литва. Далее. Мы отправляемся на Украину. Юлия Краперидзе. В прошлом году серебряный призер европейского танцевального фестиваля. Такое ощущение, что знакомый ведущий украинского телевидения и наш Грех. Они встречались в прошлом году. Он беседовал с Юрией, я помню, на банкете. Итак, 1 балл отправляется в Австрию.
2 балла в Ирландии. United Kingdom, 3 points. 3 балла в Великобритании. Greece, 4 балла в Греции. Denmark, 5 points. 5 баллов в Дании. Portugal, 6 6 баллов в Португалии. Lithuania, Литва получает 7 points. Баллов. So far, so good, Kiev. Интересно, все-таки я думаю, что Греция нам, наверное, немножко расстроена, потому что все-таки именитые профессионалы, видите, как люди увидели выступление профессионалов. А может быть, с одной стороны, не только мы, как комментаторы, рассказали, что эта пара является профессионалами, а здесь соревнуются. 10 баллов получает Польша. Сейчас, внимание. Ой-ой-ой. Спасибо, Украина. Спасибо нашим украинским братьям, спасибо. Радуется Татьяна Навка. Она родилась, между прочим, в Днепропетровске, а Александр Литвиненко родился в Донецке. Поэтому здесь совершенно логично поддержка. Интересно, что наши ближайшие соперники Украины сейчас поддержали нас, мы поменялись местами. Посмотрим, как дальше сложится наше замечательное соревнование. Итак, мы в Польше. Результаты польского голосования объявляет известная польская телеведущая Анна Попик. Недавно она принимала участие в польской версии ледникового периода, то есть каталась на коньках. Кстати, Лариса Вербицкая тоже принимала участие в ледниковом периоде. Так что кто-то либо танцевал, либо катался на коньках. Итак, результаты польского голосования. Великобритания 1 балл. Дания 2 балла. Финляндия 3 балла. Швеция получает 4 балла. Португалия 5 баллов. Ирландия 6 баллов. 7 баллов отправляется в Россию. Спасибо. Yes, Lithuania. Итак, Литва points. Получает 8 баллов. La Lituanie, 8 points, 8 points, Lithuania. Ukraine. Украина, 10 баллов. Ну, это логично, Ukraine, да. Связи между этими двумя странами велики. Но, кстати, 12 баллов. Азербайджан получает 12 баллов. Что ж, польские телезрители голосуют не так, как польские же политики. И перемещается на 5-е место Азербайджан. Ну что ж, замечательно. Россия на втором. Россия на втором. Хотелось бы, честно говоря, сохранить эту позицию. Ну, посмотрим, как дальше будет складываться голосование. А, собственно, что? Так, уже все страны проголосовали, вы Польша знаете, победила. Это было последнее голосование, дорогие друзья. И, в общем-то, и нам, наверное, жаловаться не стоит, потому ну, что... Ну, во-первых, мы улучшили свой результат место. Прошлого года. У нас серебро. Да. А в прошлом году мы заняли 60. Седьмое место, второе место в этом году. И, конечно, замечательно выглядели польские танцоры Мартин Мрочек и Эдита Хербуш. Они были в какой-то степени ожидаемые фавориты здесь после первых репетиций. И нам очень приятно, что и наши ребята заняли второе место на втором европейском телевизионном танцевальном конкурсе. И показали всей Европе, что наша танцевальная школа действительно сильна. И хореография, и умение танцевать. Даже если кто-то да, из танцоров не дорогие друзья, я считаю, что мы должны поздравить, конечно, победителей этого конкурса. Но победители его и наши ребята, Татьяна Навка, Александр Литвиненко. Мы поблагодарим Виктора Никовского, который создавал хореографию, Татьяну Бирюкову, создательницу костюма, стилиста Александра Шевчука. Нам всем очень-очень приятно. И Яне, и мне. Мы готовы здесь танцевать, наверное, сейчас вместе с нашими ребятами и с победителями танцевального Евровидения. Очаровательно Эдита Хербуш и Мартин Мрочек. Знаете, что это серебро, которое мы завоевали, а не золото, которое мы упустили. Абсолютно. Очень мудро. Так что, дорогие друзья, я считаю, что есть все поводы для радости и у российских телевизоров в том числе. Поздравим наших польских коллег. Мартин Мрочек уже второй раз является победителем танцевального. Да, в этом сезоне, в этом году, буквально 3 месяца тому назад, он занял первое место на украинском международном проекте вместе с украинской танцовщицей Анной Пилипенко. Сейчас уже танцевальная Европа рукоплещет ему и его партнерше Эдите Хербуш. Ну что, друзья, есть такая традиция на любом Евровидении. Победитель всегда поет или танцует. Исполняет танец победителя. Да.
Ну что ж, дорогие друзья, это был второй конкурс танцевального Евровидения, который завершился, мне кажется, и для нашей страны очень хорошо. Ой, польский флажок в руках Клаудии порвался. Что же, она усердно им махала. Да. Спасибо всей Европе за активное голосование.